Обновленное приложение WebMoney Keeper 2.7 для iOS. Приложение включает новые функции. Улучшенное быстродействие, удобный интерфейс с функциями перетаскивания и смахивания. Все новые события теперь отражены в разделе «Входящие». В разделе «Финансы», «Кошельки», прикрепленные карты и счета также объединены в один список. Информация о контакте собрана в карточке, включая историю операций, обновленный чат и информацию о корреспонденте. С помощью функции перетаскивания можно совершать обмен титульных знаков, пополнять кошелек с карты и наоборот, пополнять карту с кошелька. Жест смахивания удобен для управления картами, кошельками, диалогами и шаблонами.